Копейске 18-летний парень задавил пешехода и скрылся с места ДТП. Тело 60-летнего мужчины нашли в поселке Потанино. Прибывшие на место полицейские выяснили, что он был сбит автомобилем, и сразу приступили к розыску виновника. В ходе патрулирования остановили этот Иш-Оду. Машина сразу показалась подозрительной. Лобовое стекло разбито, а приметы авто схожи с теми, что указали очевидцы аварии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками госавтоинспекции по городу Копейску в течение 2 часов был установлен автомобиль, скрывшийся с места ДТП. Также был установлен водитель. Всю компанию подростков задержали. Выяснилось, за рулем в момент ДТП был 18-летний парень. Водительских прав у него нет. К тому же, в столь раннее утро он был еще и пьян. Сейчас молодой человек задержан. Благо, что после ДТП, катаясь под шофе, пьяная компания не успела совершить новых преступлений.